Калачинская гимназия номер 1 второй год подряд принимает крупный областной турнир по всестилевому карате. На родине формирования 30-й отдельной стрелковой лыжной бригады чтят память земляков, героев Великой Отечественной войны. Участниками турнира стали 188 ребят. Юные спортсмены сражались в 4 возрастных группах в разделах кумите и ката. Поприветствовать единоборцев в Калачинск приехали почетные гости. Спорт развивается, он всегда будет молодым, вы видите, да, это поколение, которое наступает на пятки. Ну и это здорово, всегда есть место спортивным традициям, спортивному подвигу, спортивным достижениям. Это прекрасная инициатива, которую не то что нужно поддерживать, ее нужно развивать, всячески способствовать тому, чтобы этот турнир перерастал из статуса областного, статус там всероссийского, чтобы количество участников росло, качество организации повышалось. Вот. Ну а неизменным оставалось только то настроение, которое мы здесь сегодня наблюдаем. Это состояние сплоченности, дружбы, открытости, взаимопонимания, доброго спортивного азарта, соперничества. В общем-то то, ради чего любые соревнования организуются, и эти в том числе. На татами в этот день выходили представители 4 спортивных клубов, детско-юношеской спортивной школы номер 28 и областной федерации всестилевого карате. Особенно приятно было выступать хозяевам соревнований. Калачинские спортсмены оказали достойное сопротивление городским соперникам. Так, Матвей Мундровский стал лучшим в разделе кумите среди 9-летних спортсменов до 35 килограммов. Я хорошо боролся и не сдавался. И моего противника дисквалифицировали. Расскажи, почему ты выбрал для себя карате? Ну, меня потянуло как-то туда. Вот и все. Поделись, пожалуйста, своими победными эмоциями. Ну, я очень рада, что я победила. Были бои. В первом бою было трудно, но не совсем. Во втором было тоже легко. В третьем я выиграла. Ну, тяжело было в финале? В финале нет. Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще этот турнир? Ты же сама из Калачинска. Ну, то есть, насколько здорово, что это здесь проводится турнир? Ну, здорово в том, что я выиграла первое место, что я не проиграла на своей земле. Мне приятно. Мне каждое соревнование нравится, потому что на них я могу проявить себя, показать всему городу, какая я и как я занимаюсь. Я люблю заниматься спортом, и я очень радовалась, когда я получила медаль. По мне эти соревнования очень хороши, потому что наконец-то наступила моя категория. Интересно очень, что можно научиться сдерживать себя, научиться защищаться. Всестилевое карате динамично развивается на территории Омского региона. И кто знает, возможно, среди этих мальчишек и девчонок будущие триумфаторы всероссийских и международных соревнований.